Так, мистер Флюрис, ледяное сердце. Так. Такой костюмчик, похожий на мультсериала Харли Квинн. Ну, точнее, прическа точно. Лига несправедливости, тайное общество суперзлодея. Ради спасения своей жены мистер Фиц не останется ни перед чем, даже если ему придется заморозить весь Готэм Сити и его жителей. Знав, что его жена, неизлечимо больна, доктор Виктор Фрайс бросил все силы на поиски лекарства. На время играла против них, и Виктор решил заморозить любимую, пока не найдет выход. Когда его босс Феррис Бойл напал на него за кражу фирменного оборудования, Виктор попал под действие криогенных химикатов, из-за которых его тело потеряло возможность существовать при плюсовой температуре. Так он стал преступником в криокостюме и замораживающей пушкой наперевес, известный под именем мистер Фриз. Да. Арнольд Шварценеггер. Так. Черный флэш. Смерть со сверхскоростью. Короче, это смерть для спидстеров. Так. Черный флэш – это воплощение смерти для тех, кто обладает сверхскоростью, цель которой – вернуть их источнику и их силы. Так, черный флэш – это воплощение смерти для тех, кто обладает сверхскоростью. Его цель – вернуть их источнику и их силы. По сообщениям, его видели перед тем, как некоторые спидстеры оказались мертвы, включая Барри Аллена, Джонни Квика и Макса Меркурия. Черный флэш нужен потому, что спидстеры просто слишком быстры для обычной смерти, а также он является побочным эффектом и их связи со сверхскоростью. Ну да, похоже на смерть. Ладно, Соломон Гранди, в понедельник мама родила. Биография. По легендам, это огромный зомби родился в понедельник, умер в субботу и был похоронен в воскресенье. Так, грехи Сайруса Холда настигли его в ебильной топях за пределами Готэм-Сити. Он был убит, однако проклятое болото превратило Сайруса в чудовищного живого мертвеца. Он почти ничего не помнил о своем прошлом, поэтому взял себе имя героя детского стишка Соломона Гранди. Теперь он представляет серьезную опасность. Гранди бессмертен, ему трудно повредить, а если над ним одержать победу, в следующий понедельник он все равно вернется. Типа бессмертный, короче. Круто, и Injustice 2 проповедные понятно. Так как я комиксы не читал, почти. Ладно, все.